Hello, ты на канале AAA, мы продолжаем проходить Sacred 2, видимо, ну, это еще не дополнение, Ice and Blood. Что я понял, что когда, короче, мы загружаемся, мы появляемся где, правильно, мы появляемся, блин, возле этого. Возле сразу последнего монолитового возрождения, я так понимаю. Поэтому, видимо, доп. Задание-то не пойдем выполнять, пойдем зададим просто здесь задание. Вот, возможно, продадим то, что здесь надо продать. Достойный господин, серьезно. Они еще и ходят, вау. Сейчас, подожди, там задание. Да-да, это ее ошейник, смотри, вот ее имя. Дульсинея. Я так рад, что у меня есть хоть что-нибудь на семье о ней. Возьми это золото и знак моей благодарности. Задача выполнена. Что у него в руке? Пила? О, спасибо. Мы уже подумали, что никогда не получим наши амулеты. Задание выполнено. Отлично, отлично, отлично. Приветствую. Так, это нам не нужно. Латные наручи. Уровень 3, защита, доспех 3. Штраф восстановления 20. Продано. А остальное все в целом не нужно. Золото, смотри, сколько вообще? Где золото посмотреть-то? А, 700. 700 золота, 700 золота. Нам бы щит какой-то. Гербовый, сила плюс 1, яростный приказ. Владение щитом. Давай подешевле возьмем щит. Вот, и... Что по мечам? 36. А сколько этот двуручник бьет? 34-47. Нехило. А мой вообще там что-то типа... А, атака защита добавляется. Аристократический гриз. О, 55, нехило. Урон от магии. Урон от огня, нехило. Ну, в целом, ладно, погоняемся с этим. Так, что у нас из доспехов-то не хватает? У нас нету поножей. Чулки. Панталоны из шелка, наручи, наколенники, доспехи 4, доспехи 2, серьезно, что-нибудь типа? Высший эльф, ты посмотри. Реликвия огня, доспехи. Понятно. Ничего нет такого? Ну, зелье, понятно, тут 30 золотых всего зелье стоит, у меня десяток есть. Драгоценности, что кольца дают? Яд плюс 6%. А я только одно, что ли, могу носить? Скакуны еще есть. Ладно. Не будем здесь больше тратить времени. А, так, нам дальше как будто бы... Как будто бы... Меня смущает, знаешь, что только? То, что я не вижу своего этого. Демона не вижу. Что-то как-то меня это смущает. Почему-то. Который, видимо, все должен носить. Ну, это ладно, посмотрим на следующей серии. Пойдем, короче, наверное, по основному заданию все-таки. И вон туда. Отлично. Еще тут какое-то у меня вроде как умение есть на меня. В инвентаре. Дьявольское дуновение. Что это такое? Да, ребят, ну не надо. Че я попасть-то не могу? Смотри, а че они так? Чуть не умер.
Так, нету нигде никакого задания, которое я выполнил случайно. Сейчас, подожди. Надо умение посмотреть. Дьявольское дуновение. Дьявольское дуновение. Дьявольское дуновение. Смертельный разум. Воин тень приводит себя в состояние боевого безумия. После каждого удачного удара запасает энергию урона, которая затем может ложить один из нескольких мощных ударов. Дьявольское дуновение. А. Точный мощный удар выбранным оружием. Серьезно, урон никак не подрастает, а восстановление аж секунду. Ну, Ребзи, здорово. А, я не применил себе этот, который добавляет мне хпшек. Немножко и урона, и все прочего. Фонтан влюбленных? Что? Зачем он? Снимают они, конечно, быстро. За своих двух рук. Дрался храбро, но проиграл. Прям так сильно-то отходить от дороги, я думаю, мы не будем. Блин, сразу на четырех не хотелось бы наезжать. Да попади ты уже. Не, эликсирчики нам прям сильно нужны. Ну, по-любому здесь что-то есть, да? Хотя не факт. Так, ага. Ручей Тарея. Ну, слушай, по качеству типа а-ля Titan Quest, конечно, не хватало бы чуть-чуть как будто бы... Не знаю, сглаживание, может попробовать включить. Сильно все заостренные какие-то текстуры. Сейчас, подожди, попробуем. Надеюсь, что-то не отвалится. А, тут нельзя. Ну ладно. Так, подожди, там что-то были настройки игры. Собирать все белое и лучше, синие лучше. Давай белое и лучше. Сбор предметов. Порядок зелий. Сильный, слабый, слабый. Ладно, пофиг. А, от сильных... Разве? Так, во-первых, у меня появился меч какой-то. Отлично, мы теперь с щитом можем ходить. Серафим. Преобразование физическая магия для перековки оружия, ага. Хорошо, обязательно когда-нибудь применю, но не сейчас. Ой, ёшки, сколько там заданий, ты посмотри. Ну, значит, будем выполнять задания, скорее всего, там, в основных местностях, которые... А, у меня ж новое. Так, скорее всего... Будем качать пока телосложение и живучесть. Нам, типа, прям максимально надо быть живучим. Прям максимально. Да, и какое-то там умение мне оно дало. Яростный рывок. А, типа, оно не даст мне пока... Ну ладно. Без разницы. Лоуфорд. Ну давай, рассказывай. Спасибо, думаю, со мной согласится деревня. Мы тебе очень благодарны. А что я сделал?
Найди пропавший патруль. Нам снова нужна твоя помощь. Несколько дней назад один из патрулей прошел в лес изучать истинность животных. Так и не вернулся. Да, конечно, без проблем. Так, нам по основному заданию в этот город, там еще и портал есть. Спасибо, что вы хотя бы все подсвечиваете. Вот это вот прям реально помогает. У деревенского старосты, похоже, какие-то неприятности. Наверное, надо с ним поговорить. Без проблем. Так, сундук игрока. Похоже, что покорные слуги остались далеко в прошлом. А твои слуги тоже не слушаются тебя. Я могу жаловаться целые дни напролет. Штрафка восстановления, ношение доспеха. Такое, только почувствовав это на себе. А, простишь меня, у меня обидело, короче, это. Священники обещают, тяжелый шлем, ношение доспеха. Хорошо жить, и у них будут все права и свободы. Как ты можешь верить тем, кто просто пытается мне просто интересно, как выглядит. Ермо? Как ты думаешь, можно доверять обещаниям священников? Они сказали, что простят мне. Найдите моего сына, верните его домой невредимым. Прошу прощения, да, без проблем. Мы сильно вчитываться-то не будем, наверное, я думаю. Или будем читать. Нужно выманить вождя кобальтов из его убежища и убить его. Приветствую, меня зовут Телл, меня прислал сюда Сенат. Мне поручено устранить угрозу, которую представили. Ну, я так понимаю, давай, короче, до задания мы особо вчитываться не будем, я думаю. А то будет сильно долго очень. Да, точно, надо купить кое-что интересное. А что я все выкинул? Я не хочу ничего накликать, но кажется, что... Подожди, я не продавал... ...несут некое кольцо. Если позволишь, то мне бы хотелось кое-что добавить. Ах, это мадемуазель Антонил. Похоже, у нее весьма недурное... Серьезно, я не продавал. Время покажет, что из этого правда, продается на контур. А что ложь. Это был очень так, полезный разговор, но время вышло, и мне пора идти. Спасибо. Да иди, иди, что ты тут на уши присела? Собачки бегают, прикольно. Мои солдаты попали в плен к пиратам. Пожалуйста, спаси моих товарищей, клянусь Лемантом. Ты настоящий дар богов. Видишь ли, я получил приказ выкрыть из логова. Ну, понятно, короче. Специально сделано, что коротко в первом приложении все сделано. Мы в долгу перед тобой, поэтому я сразу тебе помогу тебе. Так как армия, я недавно, то я буду выполнять твои приказы. Пожалуйста, скажи, ты хочешь, чтобы я сражался с мечом в руках или стрелял из лука? Лук. Рядовой Риннан. Ну да, заметно меньше они бьют при такой защите. Так, основное задание где вон? Надо, да. Взять хотя бы основное это задание наконец-то. Где чувак, который может превратить одни камни заклинания, ну, умений в другие? Мне оно надо. Ну давай, рассказывай. Несколько разбойников украли все налоги за прошлый год, которые собрала наша деревня. Это был всего лишь небольшой кошелек, но в нем были драгоценные камни, которые стоят небольшого состояния. Если мы не сможем заплатить налоги, это будет означать конец деревни. Конец! Мы знаем, что логово этих разбойников находится где-то недалеко от бесконечных пещер. Но все наши воины полегли на войне, и у нас нет никого, кто бы нас защитил. Прошу тебя, забери драгоценности у бандитов и отнеси их сенатору Гракхусу в Тилизий. Ты наша единственная надежда. Страшно, когда у вас единственная надежда. Это типа... Падший воин. Так, а где у нас задание? Слоуфорд, пропавший патруль.
В целом можно... Ладно, давай соберем все задания, просто посмотрим, где они все выполняются тут. Так, еще два вот здесь. Блин, надо повернуть так карту, чтобы, короче, выглядело так же, как... Вот я иду вверх. Да, вот так вот, все, вот так идеально. Соответствовало бы, короче. Найди разбойников и введи нагрудник, щит, меч моего отца, конечно. Без проблем. Ага, охрена войду, если так буду повернуты, да? Да. А, принеси мои чугунные детали, конечно. С ним поговорить можно? Обучение спутники, непонятно, ну ладно. Так, еще тут есть какие-то задания? Так, во-первых, там портал есть, который нам обязательно надо взять. И еще одно задание. Ой, как портал прикольно выглядит, офигеть. Так, отлично. А, я могу к любому этому телепортироваться, к любому месту возрождения. Игра сохранена. Так, отлично. И тут еще два вопросика, и третий внизу. Храм богов. А что ты можешь? Приветствую тебя здесь, достойный господин. Да здравствует революция! Это поможет мне в битве. Спасибо. Ну ладно. Допустим. Просто мы типа соберем все, короче, задания основные. И сразу будем по возможности выполнять, ну, основные, дополнительные, пока что в начале. Пожалуйста, верни моего медвежонка. И будем выполнять их по мере поступления, так скажем, чтобы просто мы не парились в плане сбора их всех. А где? Наверху? Прикол. Мне нравится. Да. Стойте, спасите солдат от разбойников. Да, конечно. Без проблем. Пока что без проблем и все. То можно. Так, а ты чего? Ты кто и зачем ты? Берегись, Амон Ши. Перейдет через этот мост, и боги уже не смогут защитить тебя. У тебя точно осталось дело в Слоуфорде? Ты в самом деле не хочешь улучшить свои боевые навыки? Задание выполнено. Нет, почему? Хочу. Так, одно задание осталось взять только. И потом... А, ну там половина, кстати, находится вне этой локации. Так. Где там еще одно задание внизу? Ну, как раз по пути еще какое-то задание выполнить можно, вроде как. А, там еще внизу какая-то деревня. Ну, посмотрим, что тут за доп задание у вас. Где? А, во. Найди безумного мага, который похитил девочку. Понятно. А, вон, обучение мастера рун еще есть. Слоуфорд. Давай сходим вниз еще к порталу. Пока что вначале, я думаю, что мы тут все изучим, везде погуляем. Ну, чисто как бы, потому что, во-первых, нам нужны руны, нам нужен уровень. Вот, а дальше уже только почувствуем, что сильно уже скучно стало выполнять всякие задания, тогда пойдем дальше. Хорошо, хоть он собирает быстро, а не ходит как тогда, блин. В первой части все вручную собирает. Я знаю, где ты припарковал свою машину и брок. Реально, они к игроку напрямую периодически адресуются. Ферма «Веселая корова».
Здравствуйте. Заберите, пожалуйста, ненужные мне вещи. Воин тени, защита. Спасибо. Чё? Кто-то помощника бьет? Эй, ты чё происходит? Боже, защита. Так, какое-то тут задание есть тоже. Фермеров, серьезно. А, пойди в лагерь кобальтов, принеси мне 4 гнемтара травы и желтая лапка. Без проблем, конечно. Мы все вообще соберем. Все, что можно. Так, и было бы неплохо взять телепорт здесь. Чтобы мы могли быстро и оперативно сюда вернуться. В случае чего, если нам это понадобится когда-нибудь. Так, у нас есть задание. 4 желтых лапки. Погнали. Погнали, пойдем, сходим туда, заберем их. Это не самый хороший день, чтобы умереть. Высшие эльфы дезертиры. Как они тогда превратились в высших эльфов? Вообще странно, как они называют себя высшими эльфами, если они дезертируют. Что? Так, ладно. О, кобальты. Кобальт-сборщик. Не хочу трогать кобальта-сборщика. Давай еще, дубина. А, типа квесты, с которых надо собирать травку, они обозначены. Все, понял. Серьезно, из них в случайном порядке может выпустить это? Кобальт-маг. Опытный кобальт-сборщик. Так, в целом это выполнено, я так понимаю. Так, а, я могу прям так телепортироваться, блинский. Вообще удобно. Вообще кайфово. Вот это прикольно. Вот это мне нравится. Вот это значительно ускоряет передвижение по данным локациям-то. Боги. И чё, действительно мы выполнили? Да, судя по всему, да. Честно, спасибо, это старый, прошу прощения, Хантер, очень будет рад. Задание выполнено. Чисто экспа? Ну ладно. Так, а, подожди, я же могу телепортнуться сюда. Вообще идеально. Ну, я бы, конечно, не пользовался бы телепортами тут так активно, если бы не нужно было бы постоянно ходить. Давай к мастеру рун сходим. Если бы заданий столько не было бы. Так. Мастер рун где-то здесь. Да? Да. Так. Просто я бы разменять не хотел очень, бы, чтобы уже там призывать этих скелетов этих или кого. Ты мне просто не оставляешь выбора. Да, есть такое. Но трех-то мы не можем пропустить. Слишком много опыта тут идет. В самом деле так трудно. Подожди-ка. Руны там? Нет, это какое-то задание. А руны, походу, здесь, сверху. Да где?
А, не здесь, нифига. Ладно, раз мы возле задания, то что, сходим на задание. Там надо было спуститься. Хотя, возможно, можно обойти тут по низу. Ого, что это у нас? Мой обед. Нынешний зомби. И что? Четвертый уровень, я четвертый. Так, видимо, мы здесь выполнили задание. Обучение, мастер, пойдем. Попробуем обойти с этой стороны, может, можно. Я вроде вижу, что здесь проход есть снизу. Давай, давай, расскажи мне, что можно руны менять. Потому что я типа не знаю. Не понял. Но это же не то задание. А-а-а. Понятно. Это превращается. Умри! Это все, на что ты способен. Вы видели, какой сильный был тот волк? Очень грозный, даже для честного, для черного волка. Спасибо, что помогли мне отвезти меня домой, а по мне. А то мне еще страшно. А чего? Это было просто задание? А где тогда менять руны? Или пока что мне типа этого рано еще знать? Ну ладно, рано так рано. Так, получается, из здешних заданий у меня почти не осталось заданий в этой стране. Блинский нарвался же. Так, здесь собрали, отлично, поднимаемся. Но с кем-то мы разобрались, вон там нам показывают, что в центре можно сдать задание уже, кит. Здесь мы не пройдем, да. Вроде как да. Какая удача. Должно быть, тебя послали сами боги. Оп, оп, не то, подождите. Как ты думаешь, не туда. Я стараюсь... Только я ему говорил, чтобы не играл с волками. Ну все, теперь он выглядит, будет поосторожнее. Вот, возьмите золото, награду за труды. Спасибо большое. Так, и... Что мне делать, если я скажу, что считаю твой рассказ интересным? Я что, выполнил задание разве с ним? Нет, вроде. Странно, что здесь показывает какое-то задание. А твое я выполнил? Да, прикинь. Малак мертв, его убил зомби. О, как это ужасно. Зато это много объясняет. Вот, мы хотели заплатить тебе и собрали немного золота. Прошу тебя, прими его в знак нашей благодарности. Да. Здорово, здорово. Так, и осталось у нас, получается... Ну, мы там не будем идти. Обучение Ковка. Пропавший патруль. Ну, вот эти два сходим, сделаем. И тогда, в принципе, закончим. Единственное, что мы сходим, их сделаем, скорее всего, уже в следующей части. А пока что ставь лайк, пиши комментарий, вступай в группу в Discord, ВКонтакте, в Инстаграме, Телеграме. И, конечно же, подписывайся на канал. И следи за продолжением. Пока. Пока.